Николай Семенович Мордвинов, сын адмирала Семена Мордвинова, известный русский флотоводец и государственный деятель, экономист, почетный член Петербургской академии наук, президент Императорского вольного экономического общества с 1823 по 1840 годы. Мордвинов был автором ряда сочинений по политэкономии и философии. Энергичный сторонник идей политического либерализма, одаренный от природы блестящим умом, получивший хорошее образование, наделенный литературными дарованиями. Мордвинов принадлежал к числу наиболее видных деятелей высшей администрации времен Александра I. В 1823 году он был избран президентом Императорского вольного экономического общества. Приняв капитал общества, состоящий на тот момент из 51 тысячи рублей, Мордвинов ежегодно его удваивал, за что переизбирался ежегодно на своем посту вплоть до 1840 года, пока сам не сложил с себя это звание по старости. На протяжении всего срока деятельности в обществе Николай Семенович активно способствовал просвещению народонаселения страны, в том числе открывал на собственные средства публичные библиотеки в разных регионах страны. Мордвинов также выступал за преобразование сельского хозяйства, где особое значение придавал внедрению усовершенствованных орудий труда, производство которых он предлагал организовать у России и продавать по низким ценам и в кредит на льготных условиях. Николай Семенович призывал к содействию развития отечественного производства, предлагал снимать феодальные ограничения с частнохозяйственной деятельности и помогая предпринимателям, в том числе льготами. Он доказывал, что богатство казны находится в прямой зависимости от частного обогащения, частной пользы. «Благосостояние частное, — писал он, — есть начало и основание общественного. Богатство частного человека есть нераздельное богатство государства». Предложения Мордвинова, подаваемые им по различным делам в Государственный совет, в сотнях копий расходились по рукам в Петербурге и в провинции и снискали ему громкую славу среди современников.